Все, прыгайте, 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 прыгайте. Давай до посадки, наверное, дойдем сперва. До восточной. И потом уже на север вдоль нее. Да-да-да-да. Прям рядом к точке. Восточная часть леса нашего. Ребят, на запад смотрите. Я их не вижу, но на запад человека 4, наверное, стоит. Просто они вышли из леса, стоят на кромке окушки. Брат на них прям едет. Минус двое. Тут мины на дороге стоят, если что. Еще слева от посадки. Где-то трубы. Паркил, вот прям где ты сейчас, тут только что двоих убивал. Аккуратно. Они как будто на реформе третьего, на полет загрелял. Перед тобой один. Убил. Да. Боря? Вижу. Да. Белого. Нумерация была, потом нумерация. Поднимешься, скажи. Впереди шейтан. Не возьмете? Садись, на мне резвись, я сел. У меня в упор хард-контакт. Рацию положил, подойдешь, возьмешь. Если тебе надо. Закиньте ее, вы можете закинуть. Ебать. Может, на машине? Блин, мне просто надо сержанта, я просто на БМП его раскатал. ОПЗ, ОПЗ загружай. На ней поедем? Да, на ней. Рации закиньте пока. О, мы перевозковой сдали. ОПЗ и ПТУРы загрузи. А как-то у него сесть? Сзади. А. А где это ОПЗ какой? А, ладно, я загружу. Тут штурки говна, конечно. Честно, ладно. Сейчас приду, ребят. Я тебе... А, мы реально еще стоим. Мы стоим. Или мы поехали уже? Не-не-не, сейчас, секунду, ребят. Все. Коперовочку взял нормально. Вайнете, загружайся. Во, вот если прикольный рабочий стол видел, смотри, там типа инструкция, как стрелять. Проверь, ОФЗ-шек, сколько у тебя коробов. Вон, лежит 300, правее лежит. Да. Я видел вроде в черной форме, типа, а это хоть зеленый. Есть еще где-то. За дорогой, в кустах, Да. Убил его. Сваливаем отсюда. Давайте грузить. Че, выйдем сейчас? Вертушка, смотри. А это вертушка. 400 метров до точки, может спешимся? Давай, ему даем, выстрели нас, выстрели. Давай, Верт стоит прямо в поле. Я выхожу. А, кабуба на карте. Ты только можешь его брать, в этом случае, чтобы его рации. Спамься на мне сейчас. Сейчас, подожди секунду. На кабуме. Нет, я живой. Я сразу. Видимо, рад. Ну, либо у тебя просто противник, либо просто пока ты живой, ты не видишь, что он на конфликт просто пишешь. Потому что как бы карта так имеет такое последствие значение. Это работает. Коммуникация вот воскресенье, по сути, должна быть, потому что там будет как бы все серьезные и КВшки, и все вот это вот, и карта. Ебать, там еще пех, походу, 300. Ой, пех, вылез. Да. Ой, блядь, ебать, ты меня спас, нахуй. Что, блядь? Ебать, ты меня спас, блядь.
Я на бэку залезаю, чел на меня смотрит. Давайте, короче, убил снайпера. Мужики. Попробуй. Попробуй. Выбей, говорю. Давай. Он же вылез. Как раз на бэк. Рамзес, тут тебя на крыше одного убил. Противник за домом прямо в поле. Угу. Да, мужики, ничего не дается, потому что... Я убил его, а он меня, кажется. А я жив, я жив, я жив. Морфин в руку себе возьми, что там у тебя на шестерку он вроде. Мне нацелься на руку и примени его. Блин, ну вчера пиздата была, когда мы это убрали. Посадку. Блять, нахуй ты это жмешь. Я жму вколоть. Колоть. Тебя штангу взяли, а секрет. А, меня уже тут перевязал. О, все, я встал. Thank you. Эта машина пришла, блядь, с печенье говно, из бара там ебнулся. У тебя рация кабум есть, которая... Поможет? Смотрите, сейчас я умру. Бери эту радейку. Пошли. У меня ПНВ есть. Еще одного убил. Я тоже пошел на штангу, я тебя сейчас дам, оденешься. Штангу мы взяли, по-моему. Я тебе 4 втурадую. Там еще есть тачки. Там у тачки еще двое, Рамзик, за забором. За это секрет же берут? О. Секрет уже вроде взяли, не? Не, не взяли еще. Убил. Да, мы правильно вообще едем мы? А, да, все. Зашли. Мужики, мужики, давайте мы сейчас вместе погрузимся и уйдем на секрет отберем, а потом обратно вернемся на штангу. Потому что наш штангу секрет не берут. Штангу в туалет на ней сидеть. На лавка градусов. Или страйкер едет сюда, Рамзес, аккуратно. Есть чем выбить. Да. Давай, жахнем. Он встал, стоит там. Поле. Вижу, можем ебануть, тут 300 метров. Давай. Одного выбил. Да ебать, что он не сделал. Эфир захватывает. Да, все, я сейчас кручу. Еще выбил. Я два раза в него попал, ему похуй. Фрихандрит. А, у него термобарический. Все, мы там выбили пехоту, он чисто встал в поле стоит. You have too heavy. Патроны за бокс. Термобарики тут очень херово летят. Чел, он все отстрелял, ни одной не попал. Короче, 5 раз вертушка. Вражеская вертушка. 2. 3, по-моему. 3 вертушки, глянь, как идут. Ебать, их сейчас там будет. Да, может, он Дефер сейчас за них играет? Эфир здесь будет, за лесом. Слева, справа? Прямо. Вертушка с полпехотой садится на эфир. Сейчас мы ее перебьем. Вражеская? Конечно, вражеская, там на ней... Тут еще и танк стоит. Тут еще Абрамс на школе. Я в дом зашел. Хархил, тебя кто убил? Я в умке, меня страйкер заебал. Калываю.
перевяжу. Да? Нет. Ты выбил ее? Ну я пизда, там нет, там никто нет живых, она просто катается. Накатится? Да, сейчас я сяду. Мертвый экипаж просто. Страйкер приехал быстро. Чё страйкер? Блядь, кабум, помоги. Что я сделаю? Просто засейви меня. Не стреляй, не стреляй. Умри! Убил. Я обхожу дом. Еще есть за домом. Еще есть. Убил все. Еще в доме может быть. Еще одного убил. В доме есть еще. Этот в бункере лежит, не? Вон эти какой-то на подавление, видели? Кто-то грену, кажется, кинул сейчас. Да-да-да, мне грена прилетела. Ваня, у тебя! Убил? Зашел на этаж. Ютит забор разлетелся от гранаты. Они не здесь, что ли, в другом доме? Нет, они в желтом были, я помню. Ну да, в этом доме. Граната летит. В этом я убил, моя граната. Право с поля. Дом, наш. А почему ты его не стрелял? А, потому что я в него обойму разрядил, а ему по***ь. Стрэм идет или не идет? Что? Я говорю, стрэм идет или не идет? Нет. 4 утра. Что-то я подзалип сегодня полдня. Что? Стример? Есть чуть-чуть, да. Если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.